Глава 8. Предательство. На следующее утро в новом лагере Артаса. Прошу меня простить, посол, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в это мрачное место? Согласно королевскому указу, все ваши люди должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно? Да. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, стережет армия тьмы. Вам придется искать другой путь к кораблям. К черту нежить! Мы пробьемся через лес, парни! Капитан, почему ваши солдаты не на посту? Милорд, по требованию лорда Утера, ваш отец отзывает войска. Утер отзывает мои войска? Без армии я не смогу победить Малгануса! Необходимо сжечь корабли, прежде чем люди доберутся до берега. Не слишком ли это круто, парень? Сжечь дотла! Никто не отправится домой до тех пор, пока наша миссия не будет выполнена! Сжечь дотла все к чертям. Ладно, ребята здесь пытаются добраться до дома. А мы вот такие вот утырки, козлы, скоты и так далее. Свет дает. Что ж, уничтожьте 5 кораблей за отведенное время. Разумеется. Побежали. Так, давайте начнем, кстати, вот с этого места. Может, здесь что-то есть интересное? Вдруг, мало ли. Разумеется. Так, у меня полчаса на все это. Ну, 25 минут. Ладно, давайте будем более честными. Это конец карты здесь, естественно, ничего нету. Что ж ты ожидал, Деска? Отличный план. Так, ну мы в любом случае можем прорываться через все и вся. Лучше, в отличие от моих Для друзей. Для того, чтобы пробиться через эту толпу, нам понадобится больше людей. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату. Так, давайте вас пока мы не будем призывать, потому что ну, все-таки разделим как-то отряды, потому что вот этот отряд я лучше использую как... Где враг? Ладно, вот так, вот все. Ладно. За честь и отвагу! Так, здесь могилы, люди, все плохое. Ладно, вот теперь мне понадобится второй отряд. Эй, ты, лови! Будем раздалбывать все издалека. Я иду. Так, они сейчас подойдут? Я служу свету. Ты тоже сюда. Давай, давай. Я вас верю, девочки. Так вот теперь тебя. Обычно люди соображают быстрее. Время молодо. Обычно, но не сейчас. Свет дает мне силу. Давай добьем его. Отлично. Великолепно. Укажите цель. Оу, а чё его так покусали? Когда я не успел. Укажите цель. Увидеть. Свет Ладно, давайте отхилим его. Силу. Конечно. Здравия желаю. Не нужно кланяться. Ладно, надо внимательнее смотреть за всем Отличный этим. Отличный план. Конечно. Разумеется. Конечно. А то останусь сейчас без армии, будет прям вообще Отличный не очень план. Круто. Будь проклят, Утер! За то, что он заставил меня пойти на это. Так, может атаковать наземные цели, наземные воздушные, наземные воздушные. Так, мне точно жрец пригодится, а то и два. А вот и я. По-моему, там всех я могу купить, на самом деле. Побавим все. Чё уставился? Вот, это будет одна армия, это будет другая. Все, пошли. Конечно. Если что, жрецами будем хилиться плюс-минус. А... Конечно. Остальные... Отличный план. О! Разумеется. Они нас не видят. За честь и отвагу! Потому что мы находимся выше. Ну что ж, давай, пошевеливайся! Но увидят, как только мы пройдем. Истинно так. Куда? Вижу. Я понял. Ладно, надо дать им возможность пройти. Кстати, можно здесь еще одного огра, наверное, нанять, я думаю. Ну чё уставился? С кого начнем? Ладно.
Так, вот вы стойте. Укажите цель, прикажете открыть огонь. Добывают минералы. Можешь быстрее? Иду, иду. Где враг? Думаю, что я все же... Разумеется. Укажите цель. Какие хитрожопы, они меня все-таки видят. Здравия желаю. Тё-тё-тё-тё. Укажите цель. Обычно люди соображают быстрее. Так, давайте тогда кого-нибудь сюда подвезем, чтобы они не атаковали. Укажите цель. Хорошо смеется. Я не думаю, что они что-то ему сильно сделают. А? Так, и давайте подведем. Думаю, мы жду твоего приказа. Купим, наверное, еще двух огров. Че, нет? Обычно люди соображают быстрее. Жду твоего приказа. Теперь дополнительных и оглушает противника на 10 секунд при каждом ударе. Отлично. Вот сейчас прокачаем эту фигню. Кто следующий? Так, ну короче, мы сделаем свет две армии. Мне раз. Силу. И какие два. Новости? Вы во будете... имя правосудия. Обычно люди соображают быстрее. Я служу свету. А вот почему какие не какие новости? Во имя правосудия. Ну, вот тебя еще. Отличный план. Обычно люди соображают быстрее. Жду твоего приказа. Что там у тебя? Так, тогда вот так. Не нужно кланяться. И вот так. Какие все, новости? Во имя правосудия. Сойдет. Давайте быстрее уничтожать. Можно, конечно, без потерь армии. Жду твоего приказа. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Обычно люди соображают. Думаю, что мы и так плюс-минус справимся. Жду твоего так. приказа. Возможно, стоит нанять еще двоих время жрецов, на самом деле. Во имя правосудия. Жрецов у нас как-то маловато, их всего два. Отличный план. И это мне не очень нравится. Да, нужно определенно больше жрецов. Не нужно кланяться. Давайте разумеется. Как-нибудь... Думаю, мы поладим. Где враг? Пройдем. А вот и не я. Хватает золота. Давайте еще немножко золота подождем и купим еще одного жреца. Добавим его тоже к нам. А в вот и я. Я служу свечка. А? Вот отлично. Конечно. Обычно вот люди соображают быстрее. Вот теперь уже намного лучше. Какие новости? Ладно. Так, по-хорошему, мне. Здравия желаю! Нужно. Я иду. Я тоже. Вот так все это жду дело. Жду твоего провести. Приказа. Я служу свету. Обычно люди соображают. Свет быстрее. Дает мне силу. Ну че, устал! Не нужно кланяться. Отличный план. Не успел. После твоего приказа. Просто тогда во имя правосудия. По прямой пойдем. Смотрим, что из этого выйдет. Меня жреца, правда, одного умотали уже. Какие новости? Так и будет. Свет дает мне силу. Разумеется. Чем бы заняться? Во имя правосудия. Конечно. Обычно люди я соображают свет. Быстрее. За моего отца. Какие новости? Я вот думаю, нет ли там что-нибудь хорошо. Полезного. Но это еще не все. Нет, дает мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Так, ну у тебя... Не нужно кланяться. Все равно никого нету. За честь и отвагу. Давайте пройдем чуть дальше. Здесь паучандры. Наверх нам все равно не забраться. Попутно. Какие мы, наверное, новости? Тебя отведем вот сюда. Ты купишь еще двоих. А вот и я, вот и чем я. Чем бы заняться? Иду. Какие да, новости? Действительно, куча народу. Так и будет. Это у нас скелеты-снайперы. Что там у тебя? О, серьезно. Скелеты-снайперы. Прикольно. Так, гоблинский обычно телескоп. Обычно люди соображают быстрее. Что он вообще делает? Что там иди. У тебя? С кого начнем? Чем бы заняться? Что там у тебя? Понятно. Жду твоего приказа. Да ну взял. Так, чем радиус обзора по ночам. Во, вообще супер. Время молота. Так, можно сюда иду. Тоже, наверное, одного хила так взять заодно. Либо...
парочку из этих огров послать вот в этот отряд. Потому что у него... Я служу совсем слабовато по армии. Так, взять точно одного огра и еще одного. Забавимся! Жду твоего приказа. Хорошо, нормально. Иду. Там в основном стрелки у нас будут. Блин, мне, к моему сожалению, очень сильно в глаза светит солнце. Сейчас я, наверное, нажму на паузу и закрою шторы, потому что так играть просто невозможно. Я не вижу больше половины экрана, пусть плюс от солнца довольно жарко. Вот так вот стало почти что идеально. Конечно. Какие новости? Идем в атаку. Иду. Свет дает обычно мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Так и будет. Где враг? Отличный план. Быстренько агримся. Из них упадает лечебное зелье, мы его, скорее всего, можем поднять. Время все отлично. Иду. Если так что, мы сейчас будем через Ждут него агриться. Свет дает мне силу. Из аккуратной рубы. О, какой ты жесткий-то. Обычно люди соображают быстрее. Получа. Да как где враг? Не нужно кланяться. Разумеется. За моего отца! Так, его мы убили, отлично. Боевые когти. Я вот думаю. Свету. Конечно. Мы сделаем вот так. Некуда класть. Отличный план. Какие новости? Ну, боже, ребят, да дайте мне поднять гребаные когти. По имя правосудия. Так, тебе и эликсир маны, к сожалению. Обычно люди соображают быстрее. Положить некуда. Ладно, мы Ждут ее занем приказа. Вот так. Мы занем вот так. 300-150. Какие нормально. Новости? Жду твоего приказа. Свет дает Чем мне заняться? Силу. За гномом. Я служу свету. Отлично, зиккураты мы тоже поуничтожаем. Что у нас по заданиям? Выполнить задание за отведенное время. Ну, то есть, Жду по факту, твоего приказа. Просто имя все должно уничтожить. Люди соображают быстрее. Я Ладно. Служу свету. Этим и займемся тогда, что я могу Какие сказать. Какие новости? Свет дает мне силу. Чем бы заняться? Не нужно кланяться. Идем дальше. Обычно люди соображают Здесь быстрее. Героем мы можем докупить еще. Чем бы заняться? Обычно люди соображают так. быстрее. Свет так. дает мне силу. Чем бы заняться? И больше, в принципе, мы Ждут строить ничего не можем. Время молота. Хорошо. На нас напали. Усвоил. Вот так-то лучше. Не нужно кланяться. Так, они получают потихонечку. Конечно. Обычно люди улучшение. Быстрее. Нормуль. Жду твоего Где приказа. Идем все армии. Быстрее. Быстренько пробуем пройтись. Не нужно кланяться. Я служу свету. Чем бы заняться? Так, у них появились, кстати, улучшения. Давайте Какие улучшим. Новости? Свет дает мне силу. Обычно люди соображают быстрее. Где враг? Какой большой у нас герой теперь. Так, привет, бригада. Привет! Чё минируем? Чё минируем? Уже идём! Свет дает мне силу. Разумеется. Так, ну коли у нас здесь... Открыть огонь? Работает... Ну что ж, приказывайте. Подрывной отряд? Ну что, вдруг? Почему они ещё здесь... Здорово! Не могут пройти, что ли? Давайте взорвем. Ну что, строгни? Укажите цель. Так, а второй где такой же? Ну что ж, приказывайте. Выходим. Ты можешь быстрее? Обычно люди соображают быстрее. Какие новости? Иду. Дагас Мадан. По имя правосудия. Все, нормуль, короче, они плюс-минус все раскидали. Давайте быстренько все это дело сделаем. Не нужно кланяться. Этих замечательных работников мы отдадим Мартасу. Чем бы заняться? Обычно По люди соображают правосудие. Быстрее. О, здесь еще кого-то можно купить. Жду Я твоего служу приказа. Свету. Во имя правосудия. Есть смысл сюда провести Артаса.
Угу. Шаман ледяных троллей. У нас фермы нету. А вот чем бы заняться? Где враг? Ладно, думаю, значит, будешь ты. Какие новости? Жду твоего я приказа. Я служу свету. Чем бы заняться? Благо, у нас вроде плюс-минус много людей, которые атакуют по воздуху. Вот, не знаю, конечно. А вы, свет дает мне силы. Уже иду. Таскунда! Какие новости? Так и будет. Где враг? Вижу. Обычно люди свет соображают дает быстрее. Мне силу. Так, ну в принципе более-менее, ладно, справились на клик. Время я молод. Служу свету. Нормально, у шамана вроде даже еще хпшечка есть. У нас всего-то один тролль-охотник ледяной. Ух, ё. Отличный план. Свет дает мне силу. Так, люди давай тогда, Мурадин, ты у меня пройдешь сюда. Так и будет. Жду твоего что приказа. Там у тебя? Вот попробуем Мурадином прорваться. У него довольно много хп. Оставляем здесь, наверное, зелье маны. Так, дополнительный единиц защиты, дополнительных здоровья. Да, вот под вот этим берсерком мы за минуту, я думаю, до низа пробежим. Плюс 12 воинов туда перекинем. А остальными, ну, блин. Остальным будет больно. Все, ладно, решили на этом, порешили. Чем бы заняться? Давайте оставляем вот это зелье. Нам точно нафиг не нужно. Некуда класть. Какие новости? Ага. Я служу свету. Обычно люди соображают быстрее. Так, давай тогда. А, мы можем, получается, плюс-минус всех телепортировать. Конечно. Я понял. Какие новости? Вот это тоже нафиг. Так-то лучше. Чем могу помочь? Покупаем. Раз. Во имя правосудия. Отводим. Чем бы заняться? И покупаем. Два. Обычно люди соображают быстрее. Кланяться. Время молодо. Просто фастраним. Вот так-то лучше. Теперь всех-всех-всех юнитов, которые у нас есть, мы максимально близко ну ставим друг к другу. Ну чё уставился? Какие новости? Время молодо. Это раз. Во имя правосудия. Отлично. Остался только один корабль. И два. Не нужно кланяться. Жду твоего приказа. Пошли. Вот так во имя правосудия. Немножко счетерили, короче. Не нужно кланяться. За какие честь и новости? Отвагу. Свет дает мне силу. Вот они, конечно, негодяи, да. Обычно люди соображают быстрее. Так и будет. Время молодо. Я служу свету. Какие новости? Чтоб ребята не застревали друг в друге, было бы вообще супер. Жду твоего приказа. На нас напали. Чем бы заняться? Свет дает мне силу. Какие новости? Во имя правосудия. Обычно люди соображают свет быстрее. Свет дает мне силу. Ну, сорян бы, я не такой крутой соображающий. Так и будет. Я служу свету. Так, раздал бы им здесь все. Свет дает мне силу. Да? Чёрт! Куда? Выступай! Жду твоего приказа. Во имя правосудия. Серьезно? Интересно, а можно возродить уже павших юнитов? Было бы прикольно. Какие на самом новости? Деле. Чем ты занят? Не нужно кланяться. Так, осталось 7 минут, но в принципе я, по идее, вроде дойду до них. Соображают быстрее. Где враг? Так, ну в крайнем случае я могу возрождать своих юнитов. Вот так-то лучше.
Свет дает мне сил. Отличный план. Что там у Какие тебя? Новости? Жду твоего приказа. Где враг? Разумеется. Чем бы заняться? Иду. Время молодо. Я служу свету. Какие новости? Во имя правосудия. Обычно люди соображают. Свет быстрее. Дает мне сил. Так и будет. Не нужно кланяться. Чем бы заняться? Так, осталось 5 минут буквально. Иду. Где враг? Жду твоего приказа. Свет дает мне сил. Теперь Какие я действительно новости? Зол. Мы уничтожаем последний корабль. Ну чё уставился? Принц Артес? Вперед, мои воины! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой! Уничтожим их во имя Лордерона! Проклятые твари! Уничтожим их! Наши корабли уничтожены! Что нам теперь делать? Слушайте меня, вы все! Мы не можем вернуться домой! Спасти нас может только победа! Мы останемся здесь или погибнем! Теперь возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. Ну что ж, вот такое вот тяжелое решение для военачальника. Но надеюсь, оно правильное. Ладно, посмотрим, что будет дальше. А сегодня всем спасибо за просмотр и пока-пока, друзья мои.